Губернатор Олег Кожемяка вручил государственные региональные награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие региона. Торжественное мероприятие состоялось в честь 84-й годовщины образования Приморского края. Ну а край живет, край развивается, и главное его достоинство, конечно, люди. Люди, которые сегодня собрались в этом зале, которые проживают в крае, именно они делают край знаменитым, и они именно составляют главное богатство. У нас хорошее наследие, оставленное нашими великими потомками. Так, орденом дружбы за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награждены председатель Совета почетных граждан Приморского края Светлана Морозова и директор школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Юрий Хатимченко. Во время торжественного мероприятия Олег Кожемяка вручил и другим отличившимся приморцам государственные награды. Также жителям края были присвоены почетные звания: заслуженный машиностроитель Российской Федерации, заслуженный врач, почетный метеоролог Российской Федерации, заслуженный художник Российской Федерации, почетный работник агропромышленного комплекса Приморского края, почетный журналист, почетный работник культуры Приморского края, почетный работник образования и почетный юрист Приморского края. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.